Хотя с начала ремонтных работ дороги республиканского значения Хэнчеш-Тилиова-Кантемир прошло уже более 4 лет, они не завершены и наполовину. И это несмотря на то, что по первоначальному плану трассу должны были сдать в конце прошлого года. Власти дали подрядчику новый срок и наказ. Если до конца мая работы не завершат, контракт на их выполнение будет расторгнут. Ne aflăm pe traseul Hâncești-Leova aici, unde, după cum puteți observa și în spatele meu, lucrările merg întoi. Doar că acum câteva minute muncitorii se odihneau, cel mai probabil fiind în timpul mesei, și au început să muncească imediat ce au văzut echipa noastră de filmare. Реконструкция дороги, соединяющая центр с югом страны, началась еще в 2020 году. Она должна была быть готова в конце прошлого года, но в госадминистрации автодорог продлили срок завершения проекта на 1 год. Ранее компания, ответственная за ремонт трассы, пожаловалась, что ей пришлось отложить работы из-за пандемии, а затем из-за кризиса, вызванного войной в Украине. Большинство водителей жалуются, что длительный ремонт доставляет им много проблем, а другие говорят, что неудобно, но терпимо. Есть лекарь. Немного неудобно, но что поделать, потерпим и подождем. Часто здесь проезжаете? Да, ежедневно ездим по этой дороге. Есть неудобства. Как вы думаете, через год будет все готово? Надеемся, хотим как можно скорее, потому что ломается машина и много чего беспокоит. Несложно. Сейчас некоторые дороги ремонтируются, но я думаю, что скоро их сделают. Разве нет? Мы рады тому, что сейчас здесь делают. Несложно, машина не ломается. А что делать? Где-то объезжаем, где-то еще что-то. Часто здесь проезжаете? Почти каждый день. Немного сложно, но что поделать? Для нас это нормально. В Молдове всегда так. Терпение еще есть? Конечно, благодаря терпению можно море переплыть. Даже сейчас терпим. Говорят, что через год закончат. Я не верю в это. Они говорили, что закончат еще раньше. Поэтому не верю. Что поделать? Едем дальше и все. Машина не ломается? Конечно, ломается. Есть проблемы. На наш запрос министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что если рабочие не поторопятся, чтобы завершить работы к началу мая, договор с компанией, выполнявшей работы, будет расторгнут. Мы внимательно следим за реализацией этого проекта. Осенью прошлого года дело сдвинулось с мертвой точки. Компании дано время до конца апреля, начала мая, чтобы ускорить процесс реабилитации дороги, потому что срок завершения продлен до конца текущего года. Если мы не увидим прогресса по пересмотренный план выполнения работ, скорее всего, мы приступим к расторжению договора с этой компанией. На первый взгляд, срок, заявленный министром инфраструктуры, вовсе не реалистичен. По меньшей мере, так считают рабочие, которые проводят ремонт. Говорят, что у них еще как минимум год работы. А как думаете, сколько времени? Ну, еще. Я думаю, что еще год, если не больше. Спасибо. Потому что много работы есть. Кредит с контрольной дизели терминат? Ну. Ремонт дороги Хэнчеш-Леова-Кантемир протяженностью 83 километра проводит турецкая компания. Общая стоимость проекта более 56 миллионов евро. Деньги в виде кредита Молдове предоставил Европейский банк реконструкции и развития.